что на экранах был делегат от нашей профсоюзной организации, редакционный Роман Пастушок, который устроил невероятный акцион щедрости для красноярцев. На что еще можно будет в предстоящие выходные встретить на улице, расскажет Татьяна Рябова. Она находится вместе с участниками демонстрации первомайской. И на этот раз я смотрю, у нее существенная такая зарплата. Кто рядом с ней находится такой чек. Купюра будет здоров. А, Таня, еще раз доброе утро. Мы к тебе возвращаемся. Расскажи, пожалуйста, откуда деньги? Доброе утро, коллеги, доброе утро, уважаемые телезрители. Слушай, вот такая огромная 5000-ная купюра сейчас находится рядом со мной. И каждый красноярец сможет сделать уникальную фотографию нашествия 1 мая, который, конечно же, нужно прийти на шествие. Чуть позже узнаем, куда нужно прийти. Посмотрите, какая она классная, какая она большая. Вот каждому по такой купюре, конечно же, привезу ее на канал и всем покажу. Сейчас более подробно о том, где можно найти эту купюру в праздничном шествии, где можно будет эту локацию, собственно говоря, сфотографироваться с ней, а может быть даже забрать ее с собой домой, мы прямо сейчас узнаем у пресс-секретаря Федерации профсоюзов Красноярского края Анны Рябчевской. Анна, доброе утро! Доброе утро, уважаемые друзья! Мы приглашаем всех 1 мая к нам в ряды, на профсоюзную демонстрацию. Сбор красноярцев в 10:30 от улицы 9 января до гостиницы Октябрьской. Мы приглашаем всех красноярцев, кто поддерживает нашу идеологию, кто полон сил и крепок духом, у кого активная социальная позиция. Приходите с детьми, всеми семьями, будет весело. Перед началом мероприятия будут раздаваться атрибуты. Бутика 1 мая, воздушные шары, флаги. У нас будут работать различные фотолокации. Одна из локаций — вот такие вот 5000-ные купюры, где вы можете сфотографироваться с ними, сделать селфи уже популярное, выложить в определенные соцсети, и будет вам, как говорится, радость и веселье. Где искать, скажите, 5000-ные купюры? 5000-ные купюры искать не нужно, их видно, мне кажется, сразу. А вообще, если... Перед началом мероприятия на площади перед Краевым судом возле гостиницы «Октябрьская» наш молодежный совет будет с этими 5000-ными купюрами работать, поэтому можно смело к ним подходить, фотографироваться и общаться, и делать там различные фишки. Спасибо большое. Анна Рябчевская сегодня была рядом с нами. Конечно же, хотелось бы узнать более подробно про профсоюзы у Юлии Улатовой, это председатель правкома завода. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что профсоюз дает его участникам? Профсоюз очень много дает. Во-первых, как бы это сплочение коллектива, наверное, это самое главное. Это создание микроклимата на предприятии и в любой организации. Вот. Мы чтим традиции наших предшественников, поэтому мы очень дружно, всей семьей всегда ходим на демонстрацию и, естественно, приглашаем всех наших красноярцев. Надеюсь, что 1 мая будет теплее, чем сегодня. Поэтому и даже в любую погоду давайте вместе пройдем по площади по нашей, поприветствуем друг друга, поздравим с праздником, потому что на самом деле, как я с детства помню, это было всегда семейным праздником. После этого мы приходили домой, пили чай, стряпали пирожки, и мы тоже обязательно это сделаем 1 мая. Придем сюда на радиозавод и будем есть пирожки все вместе. Приходите на демонстрацию. Отличный призыв. Спасибо большое, Юлия Улатова, председатель правкома Радиосоюза, сейчас была рядом с нами. Спасибо большое. Что ж, все приходите не на демонстрацию 1 мая. Будет очень классно, будет очень интересно. Такое действительно сплочение ждет нас народа. Народа, приходите. На этом у меня все. Коллеги, вам слово.